Ну а если на твоем телефоне есть хоть одна игра, тогда ставь лайк за 2 секунды, считаю. Раз, два. Привет, ребята, меня зовут Алексис. Сегодня у нас очень крутейшая подборка, много новых игр, поэтому саживайтесь поудобнее, начинаем с игры Build a Queen. Это у нас уже 50-й уровень, и вот такая вот миссия. Нам нужно проехаться на этом вот Пегасе. Нужно его немножечко приодеть. Давайте-ка он у нас будет такой прям брутальный ковбой. Поэтому коричневая шляпа, черные очки. Так, возьмем черную такую вот повязочку. И цвет выберем, в принципе, тоже черный. Вы только посмотрите на этого мега крутого Пегаса. Так, а сейчас нам нужно сделать так, чтобы эта девочка была оранжевого цвета. Ну, практически все нужно выбирать оранжевое. Так, такая у нас, ребятушки, миссия. Поэтому давайте-ка мы это будем выбирать. То есть, смотрите, оранжевое платьице, ну, даже это не платье, это просто какой-то прикид. Вот, вот платье. Тоже выбираем такого же цвета. Такая у нас как бы миссия. Так, корона. Нам нужна корона, ребятки, вместо шляпы. Так, и здесь, наверное, нужно выбрать, я не знаю, что это такое. А, это... Ничего себе, это надплечники какие-то, да? Посмотрим, кто правильнее одет. Мы или наш противник. Так, у нас, ребят, все идеально, просто 100, 100 из 100. Это получается типа наш жених. Ну и давай еще пройдем тогда уровень, давай и попробуем сделать стрёмную девушку, да? Так, давай, чтобы она была грязная, вот тут еще какая-то грязь. Ну, в принципе, костюмчик я выберу такой, как нам нужно. Так, все, она в грязи, а если мы еще на бомбочку попадем? Оу, мы сразу тогда проигрываем. Зомби Рафт. Следующая прикольная игра. Приземляется вот такой вот вертолетик. За этим пареньком бегут зомби. Быстрее, быстрее, убегай, убегай, убегай. Ставь лайк, если ты хочешь, чтобы он убежал. Так, он получается... Он получается на вот таком вот прикольном плоту. Так, и нам нужно как бы его расстраивать. Колесо. А, мы едем. Ребят, смотрите, куда мы доезжаем. Ого, ничего себе. Так... Нам нужно собрать эти веревочки и вернуться обратно, получается, да? Так, что там мы построили-то? Так, снова едем дальше? Ой, смотри, мы ломаем здесь все на своем пути. И куча еще зомбарей. Но они пока что на нас не нападают. Я вижу, наверное, мы будем вместе с этим пареньком играть, да? Так, нам нужно сюда попасть. Так, плюс один человек. Так, а что это значит? Короче, что-то я там нажал, не знаю что. О, смотри, он поехал. Круто. То есть, этот парниша едет. Так, эта штука нам приносит дрова. То есть, она нам их собирает, да? Смотри, хоп. Сейчас еще будет плюс одно полено. Так, отлично. Но нам нужно таких, получается, два, да? Вот, еще одно обязательно. Интересно, что мы сейчас построим? Ребят, игра очень крутая. Я бы с радостью у нее даже, может быть, отдельный ролик записал бы по ней. Ребят, как вам такая идея? Периодически записывать отдельные видосики. Так, все, зомбаря уничтожили. О, за уничтожение зомби мы получаем деньги. Так, на, уйди отсюда. Так. Yes. Короче, что-то мы сделали. Так, СОС. А, мы вызываем вертолетик. И он, получается, нас сейчас должен спасти, по идее, да? Все, мы улетаем. Получается, что первая миссия у нас выполнена. Ну, я хочу вам сказать, это было довольно-таки легко. Давайте начнем уже проходить вторую миссию, но хотя бы посмотрим, что здесь нужно делать. Так, тебе нравится игра? Да, мне нравится, но я позже проголосую. Все, левел прокачан. И у нас уже дом. Вау. То есть у нас имеется уже домик. Смотри, собираем древесину. И мы можем вот здесь вот эту штуку построить. Я не знаю, что это такое. Так, окей. Вот еще деньги. Довольно много денег. Так, вот, вот, что нам нужно. Вот сюда, ребятки, нам нужно прийти. А, все, вызываем геликоптер и улетаем отсюда. Вот такая была, ребятки, прикольная игрушка. Earn to Die. Безумно крутая игра. Давайте будем тогда начинать. В принципе, я скипнул. Возвращаемся в гараж, ребятки, и посмотрите, что у нас здесь. У нас уже прокачанная машина. Это первый уровень, но она уже максимально прокачанная. У нас безумное количество денег. Поэтому, ну что, поехали. Так. Как нам здесь газовать-то? Так, ну, наверное, турбом, да? То есть, турбо вот такое вот прикольное. Бум. Ребят, вы только гляньте на эту машину. Какая она крутая.
Что нам здесь проходить уровни вообще за такую тачку, да? Так, а что это? А, это просто газ получается. Ага, все, я понял, это просто газ. А вот это вот турбо. Все. А она стреляет сама, получается. Мне не нужно стрелять, она автоматически это делает. Но мы с легкостью проезжаем первый уровень, у нас еще куча топлива остается. Единственное, что я не понимаю, почему, ребят, у нас машина эта прокачанная. Смотри, первую точку мы с тобой прошли, возвращаемся в гараж. Так, а единственное, а можно здесь как-то машину поменять? Так, смотри, давай мы зайдем в меню, да, и тут у нас, так, тут еще какие-то чаптеры, это вторая часть. Хэллоуин есть у нас, что это за режим Хэллоуин? Так, только он уже весь пройден или что? Ну вот, с первого получается, с первой миссии мы с тобой будем проходить Хэллоуин. И посмотри, какая здесь машина. Здесь машина уже немножечко другая. Так. Та прям была очень крутая тачка. Да, здесь видишь хэллоуинский, вот, короче, тыквы здесь какие-то лежат, да? Не, ну та тачка мне больше нравилась, если честно. Она прям такая очень крутая. Так, у нас здесь еще турбо имеется. Вот такое вот. Ну, не такое турбо, как в той машине. О, мы все равно здесь с вами всех крошим. Так, давай, 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 давай. У нас может скоро закончиться топливо. Ну, турбо уже, в принципе, закончилось. Все. А топливо у нас меньше половины. Вот, видишь, стрелочка вот здесь вот. Такая вот. Ребят, да, реально, напишите в комментарии, хотели бы вы периодически видеть такие ролики, где мы играем по... там, где я играю какую-то одну определенную игру. Если да, то напишите об этом в комментариях. Так, story мы проходим, и вторая миссия. Наша вот такая вторая миссия, здесь прокачивать нечего. Так, поехали. Вот это мощь! Ребят, вот это машина! Какая она громадная! Это, наверное, еще и самая крутая тачка, которая здесь есть. Мы здесь миссию с вами проходим за секунду. Смотри, давай турбо. Давай турбо, просто постоянно я буду держать кнопку турбо, смотри, бум, просто в космос можно улететь. Все, у нас out of turbo, но зато, ребятки, мы с вами снова прошли эту миссию на изи. Новая игра про Grimace Story, ребят, я в нее еще не играл, я не знаю, что здесь нужно делать, мы давайте это будем все скипать и будем с вами потихонечку разбираться. Но это новая прям игра. Послушаем. Ага, все, понял. Короче, в трех словах. Нужно идти вперед и нужно избегать темных мест. То есть, вот такие, получается, правила. Идем вперед и избегаем темных мест. Так, батарейка. Угу. И вот еще одна батарейка у нас имеется. Так, давай-ка я мы заберем с тобой. Так, давай. А как же сюда выпрыгнуть? А, может быть. Может быть, вот так нужно выпрыгивать. Так, хорошо. И вот она. Есть. Так, все, вот наш дрон. И он должен, получается, нажать на кнопку. Ну, в принципе, все логично, понятно. Так, отлично. Что это за место такое интересное? Нам нужно с тобой вот сюда вот попасть. То есть вот ступеньки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нужно аккуратно как-то проходить. Ребят, это какой-то прям мини-паркур. Ого-го. Это жестко будет, ребят. Это реально будет жестко. Я вообще как бы не силен в паркурах. Так, все, поехали. Здесь можно просто бежать. Или нет, нужно еще пропрыгивать немножко. Ну, короче, попробуем. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, нас схавали, поняли? Типа, избегать нужно темноту. Если мы падаем, нам крышка. Крутая игра под названием Merge Sharks. Я скажу вам, очень давно не играл в Merge, но это действительно очень прикольная игра. То есть, смотрите, у нас имеются вот такие вот парнишки на плоту и еще вот такие вот акулки. Так, у нас, в принципе, силы равны. Когда у нас будут силы равны, посмотрим, кто выиграет сейчас. Ребятки, пожалуйста, если вы еще не поставили лайк, обязательно ставьте и подписывайтесь на мой канал. Так, я вижу то, что, наверное, мы здесь с вами выигрываем. Фух. Но мы были очень близки к тому, чтобы проиграть. Так, покупаем еще одну акулу, прокачиваем ее. Да ладно. Это была акула, стал дельфин. И она, получается, видите, немножечко сильнее, да? А, нет, это была не акула. Это была туна, да, какая-то.
То есть больше здоровья, больше урона, она стала сильнее. Ну, еще покупаем одну такую тюну и поехали. Смотри, ну она действительно сильнее, да? Ребят, я же говорю, сегодня у нас очень много новых игр, наверное, больше, чем 50%. Поэтому видосик будет максимально пушечный, обязательно смотрите его до конца. Давайте прокачаем нашего лучника. У нас... Ой, какой он смешной получается, да? То есть это на фламинго каком-то. На смешном фламинго. Так, ну, единственное, что противника лучников больше, ребятушки. Чуть-чуть у него их больше, но наш лучник, он как бы прокачан. Поэтому мы снова побеждаем. А представляете, если бы еще здесь рекламу смотреть, сколько бы мы могли бы с вами, ребятки, здесь денежек иметь. Так, прокачиваем еще нашего пехотинца. Вау, какая прикольная акула. Посмотри, акула с ТНТ. Это уже действительно... Она что, взрывается? Ладно, покупаем себе еще одного, ребятушки, лучника. Так, смотрите, бум, она взорвалась. И все, она реально, ребятки, нам очень круто помогает, я вам хочу сказать. Очень даже круто. Давай еще посмотрим, каким будет наш лучник прокачан. Вау, парниша, в принципе, очень крут. Ладненько. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, сейчас, наверное, ребятки, мы с вами проиграем. Наш, конечно, лучник крутой, но, видите, противник может выиграть чисто количеством. А хотя нет, мы снова выиграли, круто. Следующая новая игра под названием Rise. Это гонка. Тоже играю в нее в первый раз. Так, как здесь управлять? Какое здесь управление? Так, ага, кнопочное управление. Так, все окей. Так, а кто газует? Газует, получается, сама игра, да? Так, Rockets. То есть мы можем подбить этих пареньков. Раз, смотри. Ребят, по-моему, какой-то похожий фильм я смотрел. Так, это наша бронь. Смотри, когда бронь, то мне ничего никто не может сделать. Так, активировали Rockets. И в чем прикол, что это автоматические ракеты, да? Так, вау. Меня немного подбили. Так, турбо. То есть, ну пока, ребят, понятно, игра нам подсказывает, как нам нужно играть. Бам, еще одна ракета полетела. О, Victory. Ну это был туториал, ребят, это было типа как бы обучалка. Так, мы будем проходить с тобой карьеру. Выбираем тогда первые уровни, ну другие просто здесь не выберешь. Так, сразу апгрейд. До второго уровня. И, походу, сразу райс. Все, поехали. Вот такая у нас с тобой тачка. Финиш ин... Короче, доехать за 2 минуты, можно сказать. Ну, давай попробуем. Все, гоу. Так, та блин. Давай, турбо, полетел, полетел, полетел. Первый. Так. Таранят меня, ребят. Так, нам бы ракеток сами поднасобирать. Пока мы только турбо берем. Я даже не знаю, или здесь... Так, череп какой-то. Что-то он делает. Уф, уф. Череп рубает, ребят. Так, у нас есть Rockets. Ну, ребят, я, честно сказать, не знаю, или здесь нужно быть первым. Просто когда вы первые, то по вам, по идее, прилетает. Но только не говорите, что это финиш. Все? Так там же писалось, что мне нужно за минуту проехать. Ребят, мы с вами вообще проехали, наверное, за очень короткое время. Traffic Escape. Нам с тобой нужно, чтобы эти машинки поразъезжались за 30 движений. То есть мы делаем 30 движений, не больше. И нам нужно, чтобы они по своим сторонам как бы поехали. Так, я уже играл в эту вот игру, поэтому, в принципе, я знаю, как в нее играть. Игра очень прикольная. Так, разворот. Дальше вперед, вперед. Так... Угу, вот этих мы выпускаем отсюда. Так, дальше разворот. Прямо в сторону. И мы с тобой... Ау, врезались. Ну, немножечко... Немножечко одно движение сделали неверно. И у нас остается еще даже 9 движений. А сейчас машинок немножечко побольше. И у нас здесь получается 32 было движения, да? Допустимых. Так, ага. Ну, давай сначала вот так вот мы этих... Ой, поразъезжаем, да? Пусть они вот так вот поразъедутся. Угу. Так, 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 так. Этот сделает разворот. А, блин, он сюда поедет. Все, понял. Так, этот сюда, этот... А, в него врезается? Почему в него? Странно. Ладно. Так, хорошо, давай подумаем. Так, отлично. Все, тут расчистили мы немножечко с тобой. Так, уехал.
дальше прямо уехал, этот сюда, этот тоже прямо, этот развернулся, и все, у нас осталось еще три шага, три движения. Ну и давай пройдем с тобой еще один уровень, тут у нас еще и вот человечек такой ходит, поэтому нужно аккуратно проходить. Так, сюда, 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 поворот, ну мы тут вообще за секунду, оу, вот еще человечек маленький бегает, так, поехали. Все, на изи. Solar Smash. Игра, где нам нужно разрушить нашу планету. Вот, смотрите, это у нас планета Земля. Вот население 8 миллиардов 65 миллионов. Короче, очень громадное население. Здесь у нас вот ночь идет. Это получается у нас Америка, да? А, не-не-не, это Европа, ребятки. Это, кстати, где я живу. В Европе я живу. Так, это Африка, Европа. А вот в Америке, да, вот Америка у нас идет. Вот Канада. Мексика и Южная Америка, да? То там у них день. Так, ну куда мы первый удар, ребятки, нанесем? Давайте, наверное, по Южной Америке, да? Так, что мы выберем? Давай выберем какую-то пушку. Вот такую вот, кстати, какая-то новая пушка. И наносим удар. Так, наносим два удара. Они подлетают, можно даже ускорить здесь процесс. Бам, 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 бам. Просто, смотрите. Нет, 96 миллионов. Это просто жесть. Так, другая пушка. Бум! Вау! Вот это жесть. Короче, им всем крышка, ребят. Давай еще раз. Так, погоди. А вот эта пушка, я не знаю, как она работает. Так. Вот эту, да, я вроде бы выбирал. А, все. Бум! Там все, там всем крышка. Так, ладно, поехали дальше. Это у нас... О, смотрите, у нас уже день в Европе, да? В Европе уже день, а в Америке ночь. Так, следующий удар наносим сюда вот. Ребят, ну это можно, конечно, делать только в игре. Я надеюсь, что в реальной жизни никогда такого не произойдет. Так, ничего, в принципе, не произошло. Давай выберем какое-то другое оружие. Допустим, вот такое вот. Бам! Все. Ребят, посмотрите, стерли континент американский. Вот это жесть, конечно. Но все равно 7 миллиардов остается. А знаете, почему 7 миллиардов? Потому что Китай и Индия, там больше всего людей проживает. Так, сейчас мы вот сюда, вот, короче, сейчас мы где-то по Китаю с вами лупанем немножко. Так, давай вот такой вот штукой. Где-то вот здесь, вот, по-моему, Китай. И смотри сразу сколько, блин, 3 миллиарда, все, нету. Так, Индия где-то вот здесь, вот ниже Китая. Бум, еще миллиард. Да, ребят, мы попали по Китаю, конечно, это жесть. По Китаю и по Индии. Еще минус миллиард. Так, ну и Европа, ребят, ничего не поделаешь. И Европу тоже как бы нужно немножечко сократить. Но это только в игре, ребят. Это можно делать только в игре. Так, что происходит? Ой, мы послали какого-то дракона, ребят, на Европу. Вон он летит. Бам! Нет миллиарда, просто жесть. Так, а это что за парень? Так, давай вот по Африке, да? Давай Африку немножечко с вами покрошим. Да ладно, ребят, еще смотрите, еще 500 миллионов. А где они? Остатки 500 миллионов. Вот здесь, наверное, да? Это у нас получается Австралия или что? Бам! Еще 40 миллионов осталось, ребят. Давай вот такой вот удар наносим. Бам! 10 миллионов. Так, да все, планете уже крышка. Где эти 10 миллионов? Вот, Япония, ребятки. По-моему, это Япония. Еще последняя осталась. И 1 миллион еще где-то. Так, где тут еще 1 миллион? Где? Наверное, вот здесь вот, нет? Просто очень много неразрушенной территории. Да, все. Ребят, 0. Эта планета уничтожена. Давай еще вот сюда вот ударим, чтобы она взорвалась, да? Смотри, бум! Так, давай, бум, бум, просто разнесем ее сейчас в хлам, да, бам, все, и получается вот такая вот, ребятки, вот такой вот кусок непонятной штуки, да, игра, конечно, прикольная. Найди инопланетянина, это у нас вторая часть, называется Find the Alien 2, мы находимся в египетскую эпоху, ребят, смотрите, как на самом деле должен выглядеть сфинкс. Так, у нас такая штука есть. Вот летающая тарелка. Это инопришеленец. И тут паренек тоже инопришеленец. Вот мы их, в принципе, и подбили. Так, поехали. Спускаемся на низ. Ой, как темно стало. Очень темно.
Так, ну нужно, наверное... А, он блок тут еще какой-то стоит. Так, получи. Смотрите, какая темнота, да? Но это еще не все. Так, вот у нас еще один инопришеленец. Тоже его подбиваем. Все, их только здесь двое было. А, нет, есть еще один. О, вот, смотрите, это типа получается мумии, да? Мумии этих вот фараонов. Капец. Эти пришельцы захватили даже мумии. Мумий. Так, что здесь? Ну, вот этих можно, в принципе, подбить. Бум-бум-бум. И здесь, по идее, должен быть босс. Или нет? Так, вот еще минус один. Получи. Да ладно, они, получается, эти вот все сейчас, да? Воскреснут. Мы их, ребятки, сейчас остановим без проблем. Еще там вот один последний, да, вот этот вот? Или нет? А, это уже все. Это уже все. А вот и босс. Я же вам говорил про него, что он здесь будет. Так, мы его тоже подобьем, но с первого раза его нельзя подбить. То есть его нужно как минимум хотя бы раза два огреть. Так, типа... Хулган, так, prepare for my special move. Короче, он, типа, постоянно ржет надо мной, типа, что ты меня никогда не поймаешь, там, бла-бла-бла и все такое. Но мы, ребятки, постоянно его ловим. Да, этого вот пришельца. Интересная, конечно, миссия. Смотрите, как их здесь вообще много, их здесь громадное просто количество. Сколько мы уже их замочили? Вот два раза я по нему попал. Третий раз он еще, наверное, третий раз не хочет, чтобы я по нему попал. Так, говорит, ну, как обычно, ты не остановишь наше вторжение, у тебя ничего не получится, до свидания. Но в конечном итоге мы полюбасу его ловим, ребятки, и останавливаем это вот invasion, как бы вторжение инопланетян. Vehicle Master, безумно крутая игра, смотрите, вот наш руль, мы управляем машинкой. Так, и нам с тобой нужно, получается, вот доехать вот сюда, вот на зеленую вот эту вот плоскость. Так, все, мы приехали, и сейчас нам нужно выгрузиться, да? Так, берем дровишки сюда, опускаем, и берем вторую, ребятки, второе полено. Так, погоди, слишком громко, игра меня немножко перекрикивает, я этого не люблю. Так, все, сейчас мы управляем с тобой фурой, нужно аккуратно ехать, потому что здесь может еще и где-то поезд быть. Так, все, подъезжаем фурой с тобой. А, все, миссия выполнена, я думал, что еще нужно будет разгрузиться. Хотя нет, не нужно будет. Ребят, пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня каждый день выходят, ребятки, вот такие вот прикольненькие видосики, где мы с вами играем в различные крутые игрушки. Играем и общаемся. Так, все, приехали. Сейчас нам нужно было довезти какой-то ящик. Ну, мы его довезли. И все. Так, окей. Deliver, deliver this ящик, окей. Так, поднимаем и поехали. Аккуратно, тут еще по дороге мы собираем монетки, которые нам обязательно пригодятся. Так, и выгружаем. А, вот, вот так вот выгружать нужно. Угу. Все, миссия выполнена. Мне нравится за самолет играть, ребят. За самолет очень прикольно. Так, нам нужно погрузить, скорее всего, вот эти вот дрова. Так. Опускаем. Нет. А чё, куда это все нужно сделать? А, вот сюда, может быть, нет? А, да-да-да, вот видите, просто немножко неверно я это грузил. Так, и поехали. Бррррр, тракторок. Желательно в людей не врезаться. Я думаю, что этого нельзя делать здесь. Чтобы не проиграть, лучше не врезаться. Так, доехали. Ну и миссия выполнена. Хорошо, давай пройдем тогда еще какую-то одну миссию, следующую. Они коротенькие здесь. Так, снова мы играем за трактор. Так, снова доехать нужно, ребятки, до цели. Так, доехали. И, ну, понятно, и выгрузить это все. Так, выгружаем это вот сюда, наверное, да? А, нет, 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 вот сюда. А хотя нет, смотри, эти дрова нужно сюда вот выгружать, видишь? Коричневые. А белые, белые это получается у нас тополя, а топольку нужно вот сюда вот, ребятки, выгружать. Bones Bowl Adventure, 8 уровень, это как бы типа красный шарик, вы просили красный шарик, вот вам, в принципе,
Красный шарик, да. Это, конечно, не Red Ball 4. Самая прикольная игра про красный шарик — это Красный шарик 4. Вот лично мне она нравится больше всего. Ну, в принципе, вот эти тоже игрушки неплохие про красный шарик. Так, собираем еще вот эту вот монетку. И у нас, по идее... А, я уже думал, что это финиш. Так два раза он меня ударил. Фу, если бы еще разочек он меня ударил, то все, мы бы, получается, бы с вами проиграли. Так, 8-й уровень у нас пройден. Давай-ка будем проходить с тобой 9-й уровень. Пройдем еще хотя бы 2 уровня. Я, знаете, не очень много играю в красный шарик. Не сильно, ребятки, долго мы будем играть в эту игрушечку. Так. Бомбочка не успевает взорваться. А, по-моему, в красном шарике 4 такие бомбочки взрывать нельзя, да? Так, ладно, сбрасываем тогда этот кубик. Я думаю, что он нам обязательно пригодится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы проиграли. Но у нас здесь есть чекпоинт. Так, и у нас здесь все повторяется, да? Так, этот вот блок. Теперь мы с тобой знаем, что куда нужно его забросить. Так, вот куда его нужно забросить. Давай, вот сюда, получается. Давай, 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 давай. Так, мы должны с тобой его, получается, взять, этот блок. Если я его не возьму, то все. То, получается, я, наверное, дальше не смогу пройти. Да? Или смогу? Ну, сейчас посмотрим. Наверное, в эту сторону нужно идти. А, да, действительно, все. Уровень пройден. Туалет лаборатории. Вы же выбираем play. У нас имеется, в принципе, немало так денежек. Мы можем, наверное, за эти деньги что-то купить. Заходим сначала в магазинчик и смотрим. Так, зельку мы купить не можем. Оружку мы купить не можем. Так, на грудники какие-то, на вооружение мы купить не можем. А это получается... Это получается новые скины. Со временем у нас могут появиться. Так, ладно, прокачивать мы паренька не будем. Так, давайте-ка мы выберем ему вот эту вот зельку, чтобы он был немного яростней. Так, выбираем ему вот такое вот лезвие. Отлично. Смотрите, как он уже смотрится. Так, и больше у меня ничего нету. Все, сразу дальше. Сразу отправляемся в бой. Так, смотрите, как бить. Это блок, когда мы удерживаем. Так, это бить. Это обычные удары. Это, получается, наша пила. Так, все, мы его замочили. Так, получи. Ну, обычным ударом мы, конечно же, их уничтожаем с легкостью. Так, это у нас уже 37 уровень, 32 уровень из 40 уровней. Так, давай, пилкой. Все, есть. Еще 100 чипов заработали. Бум. Так, отправляем пилку. Кстати, напиши в комментариях, ты играл вот в такую вот игру? Мне просто в комментариях писали, чтобы я сыграл в Скибиди Лаборатория. Так, блок. Бум. Так, теперь удар. Ой. Так, удар по мне. Оу, щищ. Так, пилкой запустим еще в него. Все, он готов. Здесь, получается, мы в меню не можем зайти, пока не пройдем 10 уровней, ребят. Вот как только мы пройдем 10 уровней, тогда мы можем с вами вернуться в главное меню. Ой, мы уже, видишь, не наносим прям с первого раза. Не уничтожаем их с первого раза. Игра, конечно, прикольная, но я очень сильно надеюсь, что она будет обновляться, потому что, ну, здесь все очень, очень круто. Все очень часто повторяется. Это мне, если честно, не сильно нравится.